Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Флаг — это флаг Новой России. Это привычный флаг, но без красной полосы. Людям, которые не ассоциируют себя с этой войной со стороны России, нужно было какой-то символ, с которым можно было выходить на акции. И несколько групп активистов одновременно предложили одну и ту же концепцию, то есть очистить российский флаг от красной полосы, от кровавой полосы. Таким образом, получилось очень даже символично, то есть у белорусов, у их сопротивления, значит, флаг бело-червоно-белый, а у нас бело-синий-белый.